Стоимость Казахстана как бренда подорожала на 11 миллиардов долларов. Эксперты британской консалтинговой компании Brand Finance опубликовали ежегодный рейтинг. Страна в нем заняла 44-е место, обогнав в цене таких государств, как Колумбия, Азербайджан и Грузия. Но до США нам еще далеко. Американский страновой бренд в очередной раз стал самым дорогим в мире. Эксперты оценили его почти в 20 триллионов долларов. Второе место у Китая, но за год Поднебесная обесценилась на 1% из-за трудностей в экономике. Тем не менее, не уступило место бронзовому призеру Германии. Стоимость ее бренда в 4 триллиона долларов. Оценка включает в себя такие показатели, как ВВП, привлекательность для инвесторов и бизнес-климат. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала Индия. Ее бренд подорожал на 32%. Настолько же подешевела стоимость национальной марки России. По данным аналитиков, на это повлияло участие в сирийском конфликте и неоднозначная оценка ее роли в беспорядках на Украине. При этом стоимость украинского бренда установила антирекорд. Подешевела ровно в два раза.